Господин, проснитесь, вы просили разбудить вас за полчаса перед началом утреннего совета. Хорошо, всем, как говорится, доброе утро. Здорово. А я таки извиняюсь, а что мужчина с бородой делает со мной в одной каюте? А? Не, я понимаю, что если у тебя борода, я скажу тебе да, но... Ну ладно, ладно, допустим. Допустим, это наш двоюродный брат. Здорово, как оно? Понял, шикарно. Ладно, идемте. Пройти на нос корабля. Ага, я ничего не вижу. Вы хоть что-то видите? Во, вот сейчас видно. Так, здесь тоже спят. Ага. Сражайтесь с животными. Используйте блок. Вы можете заблокировать атаку противника, нажав. Ага, ага, ага. Тихо. Тихо, разбудишь всех. О, здорово. Ага. 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 Так, ах ты падла. Кусь делаешь, да? Сейчас за тебя. Все, хорошо. Все? Спишь? Понял, спит. Так, давайте забираем. Забрали карту, да? Идемте. Идемте, пройдите в кабинет. Да тихо, я говорю, я тебя сейчас тоже заколю. Дай мне меч сюда. Падла. Слышь, на меня тут барсуки всякие нападают, а ты спишь. Кто будет охранять вашего капитана? Куда нам? Нам нужно в кабинет. Идемте. Я знаю, что ничего не видно, но по-другому тут никак не сделаешь. Так, что нам нужно взять? Стальное огниво. Хорошо, берем. Зажечь масляную лампу. Окей. Бум. Посмотреть журнал экспедиции, да? Так, 17 мая. Экипаж Санте. Да-да-да. Ночью, ночью, ночью. Кому интересно, можете нажать на паузу и почитать. Так, размети карту на подставке. Это, наверное, вот сюда, да? Угу. Очень интересно, кажется, на ничего не понятно. Так, понял. Терпим кораблекрушение. На-на. Получи жбан. Так. Что от нас требуется? Взять план грота. Взять план грота. Взять план грота. Так, хорошо. Рисунок местности. Окей. Так, что это? Кожаный рюкзак возьмем, наверное, да? Кожаный рюкзак. Возьмем, наверное, с собой огниво. Возьмем, наверное, с собой топорик, да? Так, кожаный рюкзак. Благодаря я смогу переносить больше предметов, да. Хорошо. Все, больше ничего нельзя взять. Больше ничего нельзя взять. Ладно, пошли. Надо убедиться, что я взял нужные вещи из сундука. Я больше не смог сюда вернуться. Да. Рюкзак, огниво и топор. Они свысока луна безмолвно наблюдала за тем, кто по пятам ходил за мной. Так, что нам нужно сделать? Давайте, наверное, сначала соберем все. Ага, у нас слева там... Ах ты, падла. Да мы тебя потом поймем. Слева сверху у нас солнышко показывает то, что мы можем с вами обгореть, да? Так, тогда давайте собираем. Собираем веревку. Опа, исчезла. Бум. Угу, почти собрали. Ладно. Так, нам нужно сделать кокосовую воду, понятно. И давайте, наверное, сразу нам нужно найти
биом, который у нас был, наверное, как его, на листочке. Так, я смогу в тебя попасть? Ага. Ага. Ага, понял. Так, листочки забрать. Листочки забрать. Это что у нас? Это у нас ракушки. Хорошо. Давайте, наверное, сейчас с вами пособираем все, что можно. И пойдем дальше. Так. Собрать. Выбрать все. F и собрать. Все, отлично. Забрать. Выбрать все. Собрать. Так, ты шо, ля, шикарно. А ну стоять. Ну стой. Не хочет. Ну и ладно. Так, выбрать все. Собрать. Шикарно. А тут выбрать все. И собрать. Ага, мы не можем, да? У нас чего-то не хватает. Выбрать. Все, собрать. И выбрать все. И собрать. Отлично. Давайте дальше смотреть. Давайте попробуем еще раз по поймать мистера Крабса. Слышь, мистер Крабс, иди сюда. Ой, ой, все, все, все. До побачення. Пойдемте искать наш грот, или как он там назывался, который мы должны были с вами посетить. Так, дай сюда, дай сюда. Пособираем и потом с вами сделаем себе покушать и попить. Мне главное... О, здорово! Падла, я его все равно когда-нибудь поймаю. Стой! Ладно. Ладно, придет еще ваше время. Я так понимаю, нужно будет копье, да, сделать? Так, только где мне найти грот этот? Не грот, не вот это я есть грот, а грот. Так, давайте спрячемся от солнышка, чтобы не сильно обгореть. И давайте смотреть, правильно ли мы вообще бегим. Открыть инвентарь для использования подобных предметов. Нет, мы, конечно, это все откроем. Это вы не сомневайтесь, но мне нужно найти пещеру, в которой мы будем с вами жить. Так, бонжур. Выбрать все, собрать. Не знаю, зачем мне так много, но я думаю, что пригодятся, да, нам листики. Все, шикарно, 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 шикарно. Во, а вот и наша пещерка. Только давайте... Ага, что это такое? Это камушек. Камушек нам нужен. Давайте заберем кокосики. Кокосик раз, кокосик два. Тихо, тихо. Ага, вы получили статус, который влияет на ваше состояние. Хорошо, хорошо. Так, а что я могу что-то сделать? Давайте... Блин, я выбросил, не то нажал. Дай. Дай, 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 дай. Рецепты. Все, хорошо. Инвентарь. Съесть. Все? Да, мы съели нормально. Теперь давайте зайдем в тенек. Хорошо. Ладно, давайте, наверное, пока здесь у нас с вами сделать кокосовую воду. Так мы, по-моему, сделали или нет, или... Так, рецепт. Создать. Шикс, хорошо. Это мы создали. Давайте до конца создадим все, что возможно. Идем в инвентарь. Съесть. Новая цель. Постройте примитивную лежанку. До лежанки мы, конечно, сейчас еще дойдем. Бонжур. Слышь? Скорпиончик, а ты? Ага. Ага. Страшно, да? Это тебе не... Ах ты, падла! Не-не-не-не-не! Как его выкинуть? Фу! Гребаный скорпион.
шпион. Не зря с тобой Саб-Зиро сражался постоянно. На тебе. Так, я надеюсь, мы сейчас... Что это? Надеюсь, мы сейчас с вами в первую секунду не отъедем. Так. Ага. Ага. Вот ты будешь знать. Падла. Откуда востока надо будет с вами разжечь огонь. И надеюсь, они... Или это не скорпион? Нет, это не скорпион. Так. Давайте смотреть, что это такое. Ага, это солнышко, и у нас дальше там пещерка идет. Так, ладно, ладно, заберем, заберем. Это все мне надо, это мое, это мне надо. Так, записка о живой воде. Оставлю тому, кто найдет эту бутыль с живой водой, чтобы он мог поправить свое здоровье, если пострадал. Ага, удачи тебе, друг. Прикольно, у нас с вами теперь есть живая вода. Так, надеюсь, это сохранение, да? Наш капитан Хаун Понсе де Леон пережил крушение корабля. Волны вынесли его на этот остров. Но раньше, чем меня. Он обнаружил этот грот и сделал его своим временным убежищем. После чего, как всегда, начал действовать. Подготовив временный лагерь, капитан начал изучать этот остров. Он назвал его островом Надежды. Хоуп. Хоуп. Во время очередной вылазки он услышал далеко пушечный выстрел. Это был сигнал с одного из наших кораблей. Его, наверное, скорпион укусил, да? Капитан оставил эту записку, затем спешно собрался и отправился на звук выстрела. Он спешил на помощь своей команде. Его подзорная труба позабыта в спешке, и так как он остался, лежа на другом конце острова. Если найду ее, то я смогу осмотреть окрестные острова. Ага, нужно будет найти подзорную трубу. Хорошо. Так, нашел руины. Угу. Перед самым отплытием я заметил. Хорошо, что ты заметил. Это все классно. Так, мы находимся здесь, правильно? Вот, вот это DX у нас, по-моему, там труба находится. А здесь у нас животные. Хорошо, с этим мы... Так, что это? Что-то. Мне суждено было закончить карту местных морей. Но она может пригодиться, чтобы найти место, где затонул. Хорошо, кто-то там затонул. Так, давайте, наверное, пособираем с вами палочки. А я ходить не могу. Почему? Так, разжечь. Мне топливо. Назад. А у меня, наверное, инвентарь полный, да? Нужно что-то выкинуть. Давайте листочки выкинем. Да. И бадабум. Почему? Я не могу. А, могу, да? Все, Е взаимодействовать. Так, нет топлива. А что мне нужно для топлива? Желтые листья. Во! Хорошо, работает. Так, теперь нам нужно построить примитивную лежанку. Где это находится? У нас находится в крафте. Так, это у нас еда. Это хорошо, это еда. Ресурсы. Угу. Так, флагман, дом. Дом. Нет, не то. Медицина. Повязка из листьев. Где-то здесь должна быть лежанка, да? Маленькая, первая, изначальная. Так, одежда. Что мы сможем с вами сделать? Накидка из листьев, юбка из листьев, сандали из листьев. Накидка из листьев сможем создать? Да, есть, отлично. Юбка из листьев тоже можем создать. И сандали. Шикарно. Мы теперь... О, и шапочку. Мы теперь с вами
Ага, а почему так? А почему? Блин, я не то делал. Ладно, выкинем. Крафт, я думал, что я создавал вещи, но... Ну ладно, давай шапку. Создали? А, да, создали. Отлично. Так, крафт, давайте дальше посмотрим. Накидку сделали, юбка из листьев у нас нету, и сандалии у нас нету. Хорошо, мы все потратили. Так, дымовой сигнал не то. У нас где-то тут должна быть примитивная лежанка. Вот она. Все, шикарно. Давайте возле кострика. О, тебя установим. Бум. Есть, отлично. Взаимодействовать назад. Что нам нужно? Поспать 6 часов или больше? Хорошо. Как это делать? Взаимодействовать 6 часов спать. Вот. Шикарно. Новая цель — каменный топор. Так у нас с вами железный топорчик есть. Так. Дай сюда. Давайте посмотрим. Разжечь. Не топливо, разжечь. Добавьте костер топлива. Ну? Тихо. Кто это? Кто это? Падла. Ага. Страшно. Сам в шоке. Так, нужно листики, да, докинуть? В чем проблема? Позволяет запрещенную еду, защищенная от ветров, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, на буковку D можно добавить, да? Не то. Как мы с вами костер разожглись? Кто помнит? Кто помнит? Добавьте в костер два топлива. Я ничего не понимаю. Ну вот у меня. Так, ладно. Давай сюда. Так, давайте одежду, наверное, куда-то. Падла. Ага, ты не хочешь рубиться одежду. Давайте, наверное, куда-то сюда скинем. Она нам пока мест не нужна. И давайте смотреть, что по поводу скушать. Скушать хорошо. Но топливо есть у нас. Что ты не хочешь поджигаться? В чем проблемка? Костер изменить. Ну, нет топлива. Балочки уж у меня и желтые листики. Ну вот. Разжечь. Облачная штель. А, вот оно шо. Вот куда нужно тыркать. Слева на эрочку разжечь. Все, шикарно. Отлично. Блин, а где наша живая водичка тут у нас была или ее нету? Так, железо, камень, кусок смолы, живая вода. Использовать. Все, мы, по-моему, вылечились, да? И, наверное, зря я это сделал. Ну ладно. Так, давайте по поводу готовки посмотрим. Крабы, инструмент. Нет, не то. Огонь. Улучшить. Во, нужны палочки и что-то еще. Крафт. Поиск. Блин, сколько всего тут интересного. Только не могу понять, почему я не могу с вами готовить этот, как его. Скорпиончиков наших. Уж их нужно разобрать сначала. Так, инвентарь. Рецепт. Во. Очистить. Все, сделали. Инвентарь. Рецепт. Очистить. Назад. И теперь давай готовить. Во, вот сюда. Две штучки, да? Так, что у нас нужно? Широкий лист. Назад, широкий лист.
Идемте посмотрим. Может, сейчас мы даже скорпиончика с вами приготовим или не приготовим. Ага, я тебя не срублю, но и ладушки. Так, ну и ладушки, пока месяц солнышка нету, мы сможем с вами побегать. Забираем кокосик. Добыть камень. Камень мы добудем. А, что это такое? Стоять? Индийский рисунок охоты. Ага, древняя табличка с рисунками. Хорошо. Прикольненько. Вот, широкий листик, да? Идемте попробуем с вами. Так, что это такое? Попробуем с вами приготовить уровень силы 1. Приготовить скорпионов. Сможем ли мы с вами приготовить скорпионов? А туда я не хочу идти, мне страшно. Вот скорпионы. Да, раз. И второй скорпион. Ну, мне. Что мне нужно? Еще один листик, да? Назад. Еда. Вот еда. Использовать. Все, а это что у нас? Уровень вашей еды 39. Так, рецепты. Киюшки, ну и ладно, пойдемте, если нам показывают туда, значит нам нужно туда. Только я вообще ничего не вижу, мне нужен факел, чтобы можно было зажечь. Я ж правильно иду, правильно? Хотя вы откуда знаете? Ах ты падла! Нет, ну не надо, ну пожалуйста, ну скорпиончик. Давайте просто пробежим. Давайте просто пробежим. Так. Хорошо. Все, отлично. Нам. Ого, ты подтупливаешь, так лагаешь, так. А, я еще ногу себе сломал, да? Ну, вообще шикарно. Сейчас, секунду, ребят. Говорится, начало выживания у нас вообще шикарное. Так, тебе можно облутать? Можно. Давайте забираем. Нам нужно будет приготовить с вами скорпиона. Я потратил, конечно, живую воду. Но я молодец. Чувствую, мы с вами выживем. По-любому. Так, нужно будет потом посмотреть, что мы можем еще с вами скрафтить. Так, но ну мы в теньке, да? Или нет? Нет, мы не в теньке. А тут... Где тенек? Вот тенек. Давайте посмотрим по поводу статусы. Так, лечение отравления. Бодрость. Ага, крафт. Инвентарь. Крафт, что я хотел? У меня, по-моему, шапочка есть. Нужно пояс себе сделать и сандали, да? Давайте попробуем сделать себе пояс и сандали. Так, юбка. 4. Широкий листик 4, а сандалики... Ага, широкий листик 4. А где мне этот широкий листик искать? Он не подходит? Скажи, что ты подходишь. Широкий листик. Не, ну и ладно, ну и ладно. Так, добыть камень. А добыть камень это, я надеюсь, вот это вот значок, который светится или нет? О, здорово! Погоди, да погоди, кое-что узнаю. Падла. Так, ага, я не могу идти. Нужно что-то выкинуть. А что мы выкинем? Давайте хотя бы сделаем по 20, да? По 20 сделаем, потом, если что, вернемся. Так, назад, хорошо, отлично. Во, выбрать все. Собрать. Отлично. Так, а мне сейчас солнечный удар будет. Так, что это? Кого выкинуть? Могу идти, да. Создайте каменный топор. Сейчас мы создадим каменный топор, только мы сейчас пройдем в тенечек. Потому что сейчас чувствую, будет у нас солнечный удар с вами. А нам этого не надо. Нас и так скорпион укусил. Мы себя не очень хорошо чувствуем. Блин, и еда нужна. Так, где тенек? Вот тенек. Давайте попробуем создать крафт. Каменный топор, да? Где он у нас находится? А вот он у нас находится. Каменный топор.
Бомбь. Хорошо. Есть. Отлично. Так, а есть ли у нас возможность с вами широкие листики? Так, журнал. Охота на крабом. А, охота за крабом. Нужно найти длинную палку. Мне нужно более подходящее оружие. Понял. Здесь что у нас? План грота. Письмо, письмо, письмо. Окей, персонаж. Ага, мы сможем с вами прокачиваться даже. Крафту сделать сборщик сока. Сделать кокосовый дождевой сосуд. Чего мне надо? Мне чего-то надо. Блин, нужно будет сделать себе дождевые сосуды. Так, найти длинную палку. Где мне длинную палку найти? О, хорошо. Хорошо, что подсказки тут есть. Так, я могу бежать? Да. Надеюсь, у нас подсказки будут на каждом уровне. Или это, наверное, поначалу только. Так, давайте, наверное, с вами что сделаем. У нас есть кокосик. Рецепт. Раз. Два. Все. Хорошо. Интересно. Поехали. И поехали. Все, 53 и 100 у нас с вами есть. Побежали. Так, можем собрать. Выбрать все. Собрать. Что-то мы собрали. Разблокирован рецепт. Хорошо. Так, я так понимаю, нам нужно взять каменный топор, правильно? Выбрать все, собрать. Взаимодействовать. Ага, все. Все собрали. Заготовьте деревянное копье. Я опять могу идти. Но ничего бывает. Деревянное копье. Где у нас находится? Вот у нас деревянное копье. Создать. Бомбс. Хорошо. Инвентарь, инвентарь. Чтобы у тебя такого выкинуть. Давай, наверное, так, так, так. Все. Деревянное копье, да? Ага, у нас тут закрыто. Значит, тогда место... Так, деревянный... Гарпун, длинная палка. А где наше деревянное копье? Я не понял. Это оно? Длинная палка. Деревянный гарпун. Ладно, давай смотреть. Ок. Шикс, шикс. Та ты шоля, какой опасный. Так, камень, массивный камень. Давайте массивный камень выкинем. И пойдем домой, ляжем басечки, да? Изготовьте деревянное копье. Так их изготовил, крафт. Или не изготовил? А, вот оно, деревянное копье. Понял, понял. Что ж вы молчите, что я не тут сделал? Ладно. Так. Подкрасться к крабу? Ля. А что это у меня слева сверху светится зелененьким? Это мне спать надо, да? Блин, а я смогу пробежать, чтобы меня краб... Этот, как его, скорпиончик не укусил. Смогу ли я это сделать? Так, а где вход? Я уже забыл, где вход. Блин, нужно будет себе сделать, знаете, что факелом. Сможем себе факел сделать? Сможем ли мы сделать себе факел? Это что такое? Это не то. Это не то. Дымовой сигнал. Лежанка. Нужно лежанку будет сделать себе. Чтобы на полу не лежать, не спать. А факел у нас есть или нет? Та ты шо, переносной короб, ля. Ладно. Идемте, побежали. Побежали, побежали. Все, все, все. Скорпиончик, меня тут нету, меня тут нету. Скорпиончики, меня тут нету. Я иду с падки. Нужно будет сейчас, конечно... Тихо-тихо. Падла, нет, пожалуйста. Ну, Нику. Как же вы меня бесите. Опять, да? Все, я сейчас, наверное... Сейчас, наверное, кони двину. А их можно как-то... Как-то струшивать себя или нет? Ладно, давайте ложиться с падки. Давайте ложиться с падки. Все, шикарно. 7 часов. Надеюсь, наш сон вылечит нас.
Все, мы проснулись. Зеленый. Я так понимаю, что зеленый это типа все хорошо, правильно я понимаю? Так, я полон энергии и бодр, да. Я нахожусь рядом с огнем, хорошо. Организм борется с болезнью и быстро восстанавливает энергию. Думаю, сейчас тебе еще крабика. Крабика поймаем, идем. Идем за крабиками. И нужно будет набрать себе еще материалов. Так, а ну давай смотреть, что мы можем собрать. Пальмы, листья, нет, не то. Палочки сухие. О, собрать все. Сможем ли мы собрать? Нет, не можем. Мне для этого нужен ножик, правильно я понимаю? Мне для этого нужен каменный резак. Каменная пила. По-моему, каменный резак, да? Бум, а ну, давай попробуем выбрать все. Собрать, да, есть. Хороша, шикарно. Теперь с голодом мы явно с вами не окочуримся здесь. Так, мне не нужны крабы. Так, Красти Крабс. Во, палочка. Топливо, хорошо. А подкрадываться, наверное, на Ctrl, да, к нему? И только на-на. Вот так. Все, понял. Так, идемте искать крабика. Блин, а прикольная игрушка. Я так понимаю, здесь, конечно, мы, как обычно, будем долго и нудно лутаться, чтобы что-то придумать и сделать. Но я думаю, может вместе с вами это все делать, фармить и крафтить. Ага, вот крабик. Ну, то есть записывать серии, так как они есть одна за одной. То есть сейчас, к примеру, я сейчас тут закончу и следующий начну с того же самого места, где я и закончил. Здорово, падла. Сейчас за тебя... А, падла! А что нужно сделать? Ага. Так, а может мне нужно кинуть у него просто? Может, в тебя кинуть нужна палочка или нет? А ну, расскажи мне. Так, пошел. А, бейби. Так, дай палку сюда. Так, построить костер. Так, мы костер с вами уже делали. Или нам нужно еще один? Так, я хочу еще краба. Крабик. Ау. Where are you? Так, костер, хорошо. Блин, у нас же есть костер. Или у меня еще один нужно будет ставить в пещере? Так, солнышко, солнышко мне не нравится. Так, ты кто? Падла! Падла! Нет, не меня! Хочешь, я краба дам? Что, думаешь, я тебя испугался? Нет, конечно. Ага. Ну давай, 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 давай. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Ага. Ага. Ты гляди на нее. Кусается она. Так, ладно, побежали домой. Приготовим сейчас краба. И этот, как его. И посмотрим, сможем ли мы с вами сейчас скрафтить костер. Хотя я не понимаю, зачем нам два костра. Ну ладно, раз типа по заданию так нужно, значит будем следовать. А я вообще потерялся, где я? А где я живу? А вот я где живу. Так, надеюсь, сейчас тут нету этих гребаных скорпионов. Так. Крафт. Что это такое? Сушеные грибы. Нет. Нам нужно сделать с вами костер. А костер у нас находится без понятия где. Так. Костер, костер, костер. Вот костер, где у нас находится. Ага. Ну давайте будет два костра. Правильно? Чем больше костров, тем лучше. Бом. Есть. Взаимодействовать.
Палочки, камушки есть. Ага. Нужны палочки. А у меня палочек нет. У тебя забрать нельзя палочки? Я тебе могу разобрать вообще? Или не могу? Или не могу? О, могу разобрать. Так, подтвердить. Во, ребят, шикарно. Срубить. Ага, не могу. У меня чего-то не хватает. Ладно. Все, шикарно. Мы построили. Вот, сделайте веретно для рожих. Так у меня... блин, знал бы, взял бы с собой не рожих. Веретно для рожих, а веретно для рожих. Ладно, давайте посмотрим. Тихо, краб, ты куда? Дай сюда. Так, топор. Не могу, не могу. Деревянная эта штука тоже не могу. Нам нужно что-то выкинуть. Да кто это? Падла. Так, давайте где-то сюда подойдем. Камень давайте выкинем. Зеленую в эту штуку тоже выкинем. Листики. И посмотрим, что нам нужно. Нам нужно сделать... Так, веретно, веретно. Что там, что-то нам нужно сделать с вами. Если бы нам еще показывалось, где она находится. Так, журнал. Сделайте веретно для рожих, а для рожих отняну маленькие палочки, палочки, веретно. Где ты находишься вообще? Построить костер. Где ты у нас находишься? Костер с камнями, костер, костер с камнями. Наверное, где-то тут же, да? Половина бревна. Не то, другие предметы. Плот. Ребят, я не знаю, где она находится. Честно, честно, без понятия. Так, распиленное каменное лезвие топора. Каменное лезвие топора, большой ящик. Ремонтный набор. Алло, игра. Так, спасатель, охота за крабом. Где она находится? Для ружиха огня. Становится источник искры. Я могу сделать самый простой рожек из двух маленьких палок. Крафт, категория инструменты для рожка. Ага. Инструменты. Вот. Примитивная удочка. Каменная пила, каменный резак, каменный топор. Веретно. Вот оно. Бэйби. Приготовить еду на костыре. Хорошо. Давай, давай, добавим тебя что-то на 3 часика. Отлично. Все, хочу краба. Жареный краб. Да, хочу жареного краба. Еще хочу. Все. Все, я приготовил. Угу, это приготовил, только где мне его с вами... Так, ладно, давайте сюда что-нибудь скинем. Тихо, тихо, не нападай, пожалуйста. Я так понимаю, что у нас с вами места мало, очень мало. Так, камень, камень, сюда, 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 сюда. Давайте посмотрим. Съесть. Ага, вот она что, Михалыч, мы с вами приготовили, да? У нас краба больше нету. Ну да, мы, по-моему, не поймали больше краба. Ладно. Сделать повязку из растений. Давай смотреть. Так, что это такое повязка из растений? Нужны листики. Широкий лист и узкий лист. А где мне широкий лист искать? Скажите, пожалуйста. Я, конечно, не против. Конечно, не против, но... Широкий лист.
Где у меня искать широкий лист? Это типа где-то на полу нужно, да? Так, идемте, пока здесь солнышка нету, мы посмотрим, найдем где-нибудь. Ага, уровень первый бег. Хорошо, отлично. Широкий лист. Но, в принципе, наши шансы, я думаю. Так, рецепт. Давайте приготовим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дай-дай-дай-дай, падла. Ага. Будешь знать. Так, в принципе, же говорю, с голодом мы не должны с вами будем. Кто? Сюда подошел. Ну давай, 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 давай. Ага. Будешь знать. Как приставать. Так, ладно. Ищем широкий листик. Узкие листики. А что такое широкие листики? Где мне их искать? Так, это не то. Маленькая пальма. Давай посмотрим. Все, есть. Узкие листики, желтые листики. А большие листики, я без понятия, где мне их найти. Где вы? Что это такое? Это нормальные листики или это ненормальные листики? Или это не подходит? Так. Срубить. Бум. Хорошо. Так, знаете... Ой, все, 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 все. Останьте. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, думаю... На этом серию закончить. Не знаю. Ну, вроде прикольная игрушка, только нужно будет найти себе широкие листики. Я так понимаю, это пока здесь у нас идет изучение. Обучение, так сказать. Так что. Думаю, в дальнейшем должно быть поинтересней. И в следующей серии попробуем найти листики. Сделать себе, наверное, какую-то одежду. Что у нас по одежде? Нужно будет сделать себе. Юбку, да? Мы же сможем ее сделать. Где наша одежда? Юбка. Четыре листики. Нет, не можем. Это накидка. Но накидка у нас есть. Сандалики. Нам нужны листики. Ладно. Так что давайте я иду ложиться баиньки. Иду ложиться баиньки. Только, наверное, я... Сейчас я костер разведу. Во, вот так. Добавить топливо на 7 часов. Вообще шикарно. Так, назад. Давайте, наверное, мы... Нет, не так. Да, я заберу. Мы сделаем вот так. Скушать, скушать. И... Так, разжечь. Разжечь, я сказал. О, шикарно. Ложимся, басечки. Все, тогда я спадки. Всем, как говорится, спокойной ночи и доброе утро. Да потом. И пока-пока. В следующей серии уже займемся крафтом, не знаю, и в дальнейшем выживанием. Так что все. Всем мур-мур.